Совершенно русский уже дальше не бывает. Удачи. Так, вообще, прежде всего, я даже не хочу раздеваться. Почему? Сейчас надо вообще опасно раздеваться. Наоборот, чтобы точно не заподозрили, что у вас голая вечеринка. Если что, я скажу, что я был совсем полностью одет. Тепло. Где моя шляпа, кепка? Но прежде всего, нужно понять, в ту ли дверь я вошел. Точно? Я могу раздеваться? Конечно. Но не совсем. Ну-ка. Так, тогда, не-не-не-не, тогда я сейчас разденусь и вернусь к вам. Евгений, ну какой вы красивый, вы в жизни лучше. Вас вообще про меня дезинформируют. Я очень хороший. Немедленно приходите к нам. Сейчас я разденусь и приду. Ой, как бахтин.